Невозможно спать, вот приоткрыто. Батареи приходится накрывать одеялами, чтобы сбить градус. В квартире пенсионеров 26 выше ноля. Выгодно. Чем больше они дадут калорий, тем больше будет дичь. 4508 рублей. 33 копейки. И это только за отопление. Больше половины суммы от всей счет фактуры придется выложить на 1000 больше, чем за ноябрь. А ведь морозов не было. Если я заплачу за квартиру, то у меня останется от пенсии всего 4000. Если в одной половине дома на Восстании 58 люди мучаются от жары, то в другой половине, наоборот, в квартирах холодно. А платят здесь так же, как соседи. Батареи здесь, тут уже ледяные. Прям вообще. Только тут греют еще. Почему в одних квартирах одного и того же дома жара, а в других холодно, в управляющей компании Московского района пока не комментируют. Так же, как и вопрос с начислениями. Ощутили на себе изменения в платежках практически все казанцы. В Советском районе за однушку выложат на 400 рублей больше, в Новосавиновском на 500. В уютном доме ссылаются на погодные условия. Декабрьская среднемесячная температура на 6 градусов ниже, чем температура за ноябрь месяц. А тепло мы с 2015 года платим по факту. То есть 1/8. Раньше мы равными долями платили, теперь сколько дом потребил, столько я плачу по общедомовым приборам учета. Удивились платежкам за декабрь не все казанцы. В каких-то домах Казани сумма и вовсе не изменилась. Даже меньше, чем в том месяце. Так же, как и в ноябре было. Что происходит в сфере ЖКХ, не понять никому. Если теплый декабрь дал плюсом 1000 рублей, то что даст холодный январь? Ведь тарифы не повышались. Еще в конце года Владимир Путин призвал отрегулировать зашкаливающие платежи за ЖКХ, чтобы управляющие компании платили штраф за необоснованные счета. Должны будут не просто сделать перерасчет, а заплатить еще плюс 50% за неправильно выставленный счет. В качестве штрафа, можно сказать. Прецеденты в Казани уже были. Несколько лет назад жильцы одного из домов Новосавиновского района добились перерасчета. И теперь управляющая компания начисляет за услуги меньшую сумму. Жильцы же дома на Восстании написали коллективное письмо в прокуратуру республики с просьбой разобраться в горячих платежах. Анна Городнова, Алина Мусина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.